гуси-лебеди. Жили мужик да баба, у них была дочка да сынок маленький. «Доченька, — говорила мать, — мы пойдем на работу, береги, братца. Не ходи гулять со двора, будь умницей, мы купим тебе платочек». Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали, посадила братца на травке под окошком. А сама побежала на улицу, заигралась, загулялась. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика и унесли на крыльях. Вернулась девочка, глядь, братца нету. Ахнула, кинулась, туда, сюда, нету. Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца с матерью. Братец не откликнулся. Выбежала она в чисто поле и только видела, метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Тут она догадалась, что они унесли ее братца. Про гусей и лебедей давно шла дурная слава, что они пошаливали, маленьких детей уносили. Бросилась девочка догонять их, бежала. Увидела, стоит печь. «Печенька, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели?» Печка ей отвечает: «Съешь моего ржаного пирожка?» «Скажу». «Стану я ржаной пирог есть, у моего батюшки и пшеничные не едятся». Печка ей не сказала. Побежала девочка дальше. Стоит яблонь. «Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели?» «Поешь моего лесного яблочка?» «Скажу». «У моего батюшки и садовые не едятся». Яблоня ей не сказала. Побежала девочка дальше. Течет молочная река в кисельных берегах. «Молочная речка, кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели?» «Поешь моего простого киселька с молоком?» «Скажу». «У моего батюшки и сливки не едятся». Долго она бегала по полям, по лесам. День клонится к вечеру, делать нечего. Надо идти домой. Вдруг видит, стоит избушка на курьей ножке, об одном окошке, кругом себя поворачивается. В избушке старая баба-яга придет кудель, а на лавочке сидит братец, играет серебряным яблочком. Девочка вошла в избу. «Здравствуй, бабушка». «Здравствуй, девица. Зачем на глаза появилась?» «Я по мхам, по болотам ходила, платье измочила, пришла погреться». «Садись, покуда кудель придется». Баба-яга дала ей веретено, а сама ушла. Девочка придет. Вдруг из-под печки выбегает мышка и говорит ей: «Девица, девица, дай мне кашки, я тебе добренькое скажу». Девочка дала ей кашки, мышка съела. «Баба-яга пошла баню топить. Она тебя вымоет, выпарит, в печь посадит, зажарит и съест. Сама на твоих костях покатается». Девочка сидит, ни жива, ни мертва. Плачет, а мышка ей опять: «Не дожидайся, бери братца, беги, а я за тебя кудель поприду». Девочка взяла братца и побежала. А баба-яга подойдет к окошку и спрашивает: «Девица, придешь ли?» Мышка ей отвечает: «Приду, бабушка». Баба-яга баню вытопила и пошла за девочкой. А в избушке нет никого. Баба-яга закричала: «Гуси-лебеди, летите в погоню, сестра братца унесла». Сестра с братцем добежала до молочной реки. Видит, летят гуси-лебеди. «Речка, матушка, спрячь меня». «Поешь моего простого киселька?» Девочка поела и спасибо сказала. Река укрыла ее под кисельным бережком. Гуси-лебеди не увидели, пролетели мимо. Девочка с братцем опять бежала. А гуси-лебеди воротились, летят навстречу. Вот-вот увидят, что делать. Беда, стоит яблоня. «Яблоня, матушка, спрячь меня». «Поешь моего лесного яблочка?» Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблоня ее заслонила ветвями, прикрыла листьями. Гуси-лебеди не увидели и пролетели мимо. Девочка опять побежала. Бежит. Уж недалеко осталось. Тут гуси-лебеди увидели ее, загоготали. Налетают, крыльями бьют. Того и гляди, братца отнимут. Добежала девочка до печки. «Печка, матушка, спрячь меня». «Поешь моего ржаного пирожка?» Девочка скорее пирожок в рот, а сама с братцем в печь села, в устице. Гуси-лебеди полетали, покричали, да и ни с чем улетели к бабе-яге.